Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты, тварь, руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите. Ну, тварица, да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас убью. Выжечь, мразь эту. Да просто не приходи, пока не осталось. Ну, а теперь покушаем. Артём! Богатый! Держи! Полковница! Хватит, Сэм! Мне кажется, хватит! Все к ногтю! Но сначала найти Аню! Простите, с лифтом я немного погорячился. Сейчас будет вам угощение. Жлите, твари, жлите!
точно как наш D6. И лифт такой, экзакли. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Ну, поехали. Артём, твой этаж. Артём в темпе.
Мясо!
Спаси! Мя!
Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Ну там же это, ну мясо же!
мясо пришло. Теперь точно. Еда, еда пришла. Нет. Командный центр наш. При потере связи точка сбора здесь. Идиот, разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все лишние проходы. Пусть эти твари побегают. Крошечный.
Новые пришли. Свежее мясо. А я тут стою. На тебе мясо! Получай! Наверху! Вон он! Что у тебя? Полный этаж идти. Выкоп! Анну не нашел! Ясно. Продолжаем поиски. Thank you.
Убивайте их! Сэм, что у тебя? Приташи, Фриков! Анну не нашел! Ясно. Продолжаем поиски. Yeah.
врагов! Выходи с поднятыми руками! На, слов! Черт, меня попало! Черт, меня попало! На, получай! Перезарядка! Черт, меня попало! Черт! У меня попало! На, сволочь! Thank you.
смеяться!
сейчас! На, сволочь!
Получай!
Получай! Перезарядка! Я его принял. Перезарядка, прикройте! На, получай! Тебя найду, так что выходи лучше сам. На! Черт! У меня попало! Выходи с поднятыми руками! Ах!
Артём, я знала! Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, всё, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артём, ты цел? Слава богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Вот это называется «приехали». Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на «Волге» было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... Тебе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я прилетел на сопливый повелся. Замерит обороны меня примет. Тщеславились. Еще честь им отдавал. Как же похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только все со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать? Я его знаю, Таня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Бежать надо всем вместе. Понимаешь? Мы бы подсортировались, чтобы разговаривать стало. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась лично? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот. Понял? Уж больно я к нему привязалась. Yeah.
на борт! Сэм, парни, запрыгивай! Я ленту забить, чтобы назад убрать! Тяжелая! Кретин поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечего. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд!